Всем привет-привет! Вы на канале Wood GSN, канале, на котором вы всегда найдете свежие новости, обзоры на машины и не только. Я за то, чтобы наша игра менялась и менялась в ту сторону, в которую выгодно и интересно конкретно мне, как пользователю данной игры. И у меня встречный вопрос к тебе. А кем себя считаешь ты? Ты считаешь себя потребителем, который просто принимает от разработчиков то, что они тебе дают, и не более чем потом жалуешься на недостачу чего-либо или на то, что тебе дали не то, что тебе хотелось? Или ты все-таки относишься к тем игрокам, которые действительно готовы приложить минимум, ну а может иногда и максимум усилий для того, чтобы улучшить игру именно так, как хотелось бы тебе и получать то, что интересно именно тебе. В этом видео мы сегодня поговорим по поводу элитного опыта экипажа. Часто спрашивают у меня по поводу того, зачем нужны X5, X10 на премиумные либо коллекционные машины, когда они выходят на продажу в составе какого-нибудь набора, зачем нужен этот элитный опыт экипажа, как его использовать, и есть одна идея, которую я хочу, чтобы вы поддержали. Итак, ребят, давайте будем разбираться с темой элитного опыта экипажа. Как вы знаете, в магазине очень часто появляются на продаже премиумные либо коллекционные машины. И в составе набора, как правило, лежат вот такие вот иксы. X5 в количестве 30 штук, 20 штук. Но если мы говорим с вами о наборе, допустим, Левы и Центуриона, то здесь данные иксы вы можете использовать на обычных проходных машинах и таким образом быстрее прокачивать себе какую-нибудь интересующую вас веточку. Ну а что касается иксов, которые лежат в комплекте со всякого рода премиумными машинами, которые предназначены конкретно для конкретной машины, то здесь, ребят, все очень просто. Играя с этими иксами на конкретных премиумных машинах, вы зарабатываете так называемый элитный опыт экипажа. И этот элитный опыт экипажа, он падает в вашу общую копилку опыта вашего экипажа. Если мы с вами говорим о, допустим, каких-нибудь проходных танках, то не обязательно, что у вас этот экипаж прокачан до 100%, и когда вы прокачаете его на все 100%, вам откроется возможность дальнейшего заработка элитного опыта экипажа на обычной проходной машине. Зачем он нужен? Покажу на примере премиумной машины, которая есть у меня в ангаре. Соответственно, у нее 100% экипаж, и вот здесь уже как раз открыта возможность использования элитного опыта экипажа для улучшения характеристик машины либо вашего экипажа соответственно. Если вы играете на тяжелых танках и можете выбирать себе один из 5 слотов, которые будете прокачивать в первую очередь, то здесь, допустим, у меня выбран вот этот слотик пожаротушения. Что он дает? Если я дойду до 7 уровня, то на 42% ускоряется пожаротушение. То есть практически в 2 раза быстрее пожар в моей машине будет потушен в случае необходимости. Также я могу прокачивать себе ремонт, ну и многие другие дополнительные плюшки на разного типа техники. Стоит отметить, что если вы прокачиваете себе, допустим, тяжелыми танками, играя и вот этот вот навык в виде пожаротушения, то он распространяется не только на тяжелые танки, но и на средние танки, легкие, ну и, соответственно, на ПТХи. То есть все, что вы здесь себе открываете, вы, соответственно, таким образом улучшаете определенного рода характеристики на всех своих машинах, на которых у вас 100% экипаж. Это действительно важно запомнить, что на те машины, на которых нет 100% экипажа, данный навык улучшенный не распространяется. Ну вот, допустим, играя на ПТХах, я в первую очередь всегда в себе прокачивал навык плавный разворот. Ну, короче говоря, умение уменьшать на 1% разброс орудия при развороте техники. Для ПТ-шек без рубки это действительно очень важный навык. Ну и, соответственно, прокачав до 7 уровня, на 7% мы увеличиваем. Также справа видите стоимость того, сколько вам будет стоить определенный уровень прохождения. Как посмотреть, сколько у вас элитного опыта экипажа? Заходите на машине, на которой у вас открыты вот эти слоты для прокачки, нажимаете на клавишу ускорить, и вот здесь внизу вы видите, на данный момент на моем вот этом аккаунте, это самый простой аккаунт из тех, которые у меня есть, я недавно его создал, здесь у меня есть 698 тысяч элитного экипажа, и сейчас я могу, допустим, себе плавный разворот быстренько улучшить, даже не играя на ПТ-шках. Сделать это абсолютно бесплатно, просто отправив туда этот элитный опыт. Как вы видите, элитный опыт экипажа у меня уменьшается, ну а слот растет, ну и, соответственно, улучшается соответствующий навык. Также можно больше получать выгоды, если вы, допустим, хотите получить
себе 100 тысяч элитного опыта бросить на счет, но имеете только 50 в копилке, то доплатив 500 тысяч серебром, вы, соответственно, это можете сделать более выгодно. Ну и для особо богатых есть возможность всего лишь за 10 тысяч элитного опыта получить условных 100 тысяч элитного опыта для того, чтобы прокачать слот быстрее, но за это придется, как видите, доплатить голдой. Стоит отметить, что у многих игроков на сегодняшний день открыты все 7 слотов. И сейчас я это покажу на примере своего основного аккаунта. Как я уже говорил, у меня на моем основном аккаунте полностью открыт весь элитный опыт экипажа, какой только можно. Точнее, открыты все слоты дополнительных навыков. То есть по максимуму до 7 уровня все открыто, и возникает закономерный вопрос, а куда дальше уходит элитный опыт экипажа, который мы зарабатываем, играя на проходных машинах со 100% экипажем, либо на всякого рода коллекционках или премиумных машинах. Он уходит вот сюда. Вы можете за элитный опыт экипажа приобретать себе серебро, либо свободный опыт, обменивая его с помощью доплаты в виде голды. На данный момент, допустим, на моем основном аккаунте у меня уже накопилось 4 миллиона 340 тысяч приблизительно элитного опыта экипажа, который по большому счету деть мне некуда, а тратить голду на то, чтобы покупать себе серебро, либо свободный опыт, ну, не сильно веселая и интересная идея. Короче говоря, ребят, теперь мы подходим все ближе и ближе к тому вопросу, который я хотел с вами обсудить. А именно, готовы ли вы сделать небольшое телодвижение в сторону того, чтобы наша игра была для нас немножко более выгодной и более интересной? На данный момент я готовлю плацдарм для того, чтобы поговорить с разработчиками на предмет предоставления нам, обычным игрокам, возможности обмена элитного опыта экипажем, который мы не хотим менять на свободный опыт, либо на серебро, на голду. По какому курсу, не знаю. Здесь уже разработчики должны подумать, на что они готовы ради того, чтобы и нам дать возможность обменять элитный опыт экипажа на желаемое золото, но при этом не угробить экономику игры. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы мы обменивали по курсу 1:1 и получили за 4 миллиона элитного опыта 4 миллиона условной голды. Но все мы понимаем, что это приведет к краху игры, ну и, соответственно, обесцениванию внутриигровой валюты. Я к этому отношусь абсолютно с пониманием, и я, допустим, готов обменивать 1000 своего элитного опыта на, допустим, 5 золотых монет. Свое мнение обязательно пишите в комментариях. Но самое главное, как вы можете повлиять на данный процесс и как вы можете сделать свой вклад в то, чтобы разработчики нас услышали. У меня на Discord сервере, на котором вам очень просто зарегистрироваться, перейдите по ссылочке, которую вы найдете в описании. Ну и, соответственно, зарегайтесь в Discord. Я выложил в разделе опросы соответствующий опрос, который прошу либо поддержать, либо не поддерживать. Опрос только выложил, поэтому заходите, голосуйте, да и вообще, здесь на Discord сервере вы найдете много чего интересного. Здесь есть информация о том, какие видео выходят у меня на канале. Здесь есть информация по поводу того, какие новости у нас в игре, когда что произойдет и что разработчики себе удумали в ближайшее время нам выложить, чем нас порадовать. Кроме того, есть информация о том, что находится в разработке, и здесь появляется информация по поводу того, какие изменения грядут в будущем и над чем сейчас разработчики работают. Также есть объявления и много-много всего остального. Кроме того, есть общий чат, в котором вы можете пообщаться с ребятами, поделиться своими какими-то достижениями, ну, в общем, найти новых друзей, с которыми будет приятно поговорить. И есть еще много-много всего, в том числе и огромное количество голосовых чатов, которыми вы можете вполне спокойно пользоваться себе в удовольствие, играя с ребятами во взводах, либо в тренировочных комнатах или турнирах. Короче говоря, ребят, будет ли обмен свободного вот этого элитного опыта, точнее, на голду, мне кажется, зависит исключительно от каждого из вас и от того, насколько вы поддержите мою идею. Поддерживайте ее, как я уже сказал, на моем Discord сервере, поддерживайте ее в виде лайков под данным видео и обязательно, ребят, обязательно пишите свои комментарии, в котором напишите, на какую сумму голды вы готовы менять, допустим, 1000 своего элитного опыта экипажа. Я побежал снимать специально для вас и хочу, чтобы мой канал был не только интересным, но еще и полезным игре в целом. Надеюсь на вашу поддержку, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.